Дети ходят от школы до дома по участку без осветления. У зимовый период эта проблема стоит особливо востро, бо темнеть начинает задолго до конца уроков у школе. Еще одно питание – транспортная сувязь. Женщина отзначила, что по генплане у микрорайоне вызначены кончатковый припынок громадского транспорта. И тому иншие маршруты повинны быть продолжены до этого пункта. Але для этого центральную дорогу треба заасфальтовать, додала шмадетная мать. Первоочередные задачи. Свет. Должно быть нормальное обеспечение, освещение в темное время. Что касается остальной части, не хочу обещать, что бросим все и начнем асфальтировать все улицы вашего поселка. Постепенно будем включать. Будем выбирать. Вы свои улицы увидите, их тоже обследуют. Будем беседовать со всеми гражданами, чтобы, если где-то не подключены коммуникации, к этой улице даже не приступим. Питание взято на особистый контроль губернатора.